Такое блюдо не стыдно поставить на стол. Рулет из скумбрии с маринованной мелодрией. Для нашей скумбрии, которую мы называем по-царски, подойдет все, что у вас есть в холодильнике. Яйца, помидорки, сыр, морковь отварная, огурчики. У меня вот приправа для посола красной рыбы есть, пойдет желатин. И соли немножечко, но это на вкус каждого. Растираем нашу пленочку пищевую. Кладем нашу рыбку, скумбрию. Такая у нас она красивая. Немножко мы посолим ее. Пусть будет, потому что приправа вроде бы не очень соленая. Берем нашу приправу. И то же самое. Также сделаем и со второй тушкой нашей скумбрии. Берем желатин и посыпаем. Половину моркови. И раскладываем. Вкладываем наши яйца вареные. Берем сыр, половинку сыра. И так слегка сыра. Огурчик. И вот так кладем. Берем наши помидорки, у кого есть перчик, можно перчик, огурчик, можно все что угодно, что у вас есть в холодильнике. Вторую половинку нашей скумбрии вот, и кладем ее все наоборот. Если здесь хвостик, значит мы здесь широкую сторону, а где широкая сторона, туда хвостик наш. Мы рыбку буквально на 30 минут. Скумбрии готов, мы будем ее кушать с маринованной мелодрией. Очень вкусно, бесподобно вкусно. Попробуйте, не пожалеете.